А это мои саженцы. Червец и дерево. Колючий кактус. Ай! А это кактус-паук. Так это шелковник. Кактус. Денежное дерево. С вами я, Стефан, и вы на канале Стефанчика ТВ. А давайте я вам покажу, какие у меня цветы. Смотрите, у меня такой огромный сад, а я ему еще никому не показал. Пошли! Вау! Так это шелковник. Дайте один оторву. О, листик шелковника. А это что такое? Это сам шелковник. Ребята, а вы знаете, как мы собираем шелковник? Вот так. Вот так. И оно все падает. Вот такие вот и у нас шелковники. Они еще не спелые. Недельку подождать, будут спелые. Сладкий, как ежевика. А это мои саженцы. Они растят, и мы их пересаживаем в другое место. И вот. Ребята, смотрите. А это мои ослики. Они несут кактусы. Хороший козырь. Кактус. Кактус. Колючий кактус. Ай! А это кактус-паук. Кактус-паук. Лавровый лист. Ребята, а вы знаете куст или растение, которое растет без земли? Есть такое. Я всегда думала, что все растения с землей. Но смотрите, это без земли. Вот. Чисто растет, только надо поливать. Ребята, а подскажите мне, как оно называется? Смотрите, а это ромашки. А это мой куст цветов. Смотрите, тут еще кактусы. Смотрите, а это мой кактус. Я вам показывала маленький. А это самый большой. Ребята, а вы знаете, что есть такой цветок, который тебе дает и пахнет лимоном, и тебя и комары не будут кусать? Ребята, у нас тут прописалось семейство птицы. Это растение, которое похоже на птицу. Вот, голова. Кактус, как в пустыне, очень редкий цветок. А я не знаю, как это дерево называется, но так много цветов, какое оно красивое. Ребята, а вы хотите, чтобы у вас были деньги? Ну смотрите, это дерево вам поможет заполнить копилку. Под названием денежное дерево. Дай мне деньги, дай мне все твои деньги. Я король денег! А кустики вам нравятся? Они всегда зеленые, круглый год. Я на
Надеюсь, что вы ответили на мой вопрос. Как вам понравилась моя экскурсия по моему саду? Подписывайтесь на канал, ставьте много лайков. Всем пока!